Вот так долгожданные весточки от родных и менее долгожданные квитанции за коммунальные услуги жители дома номер 13 по Кохомскому шоссе подбирают буквально с пола, пачкаясь в побелке и строительной пыли. Около месяца назад управляющая компания закончила ремонт цокольного и первого этажа, а почтовые ящики на место не вернула, пообещав взамен старых повесить новые. Ящики все сломанные, они же когда снимали их, да, они их еще больше изуродовали. И дондышки все отрывались, и все, и они валяются, вся и почта, и все. Я вчера хорошо, вот был тут этот почтальон, он и говорит, я не знаю, что делать. Я говорю, ну давай, я тебе хоть помогу пораскладывать, да все то другое. Раскладывали, куда можно, а в некоторых ящиках вообще забито так, всякими бумагами, тут, ну, понимаете, это же очень сложно. Часть корреспонденции порвали местные хулиганы, рассказывают жители. Кто-то не получил важное извещение. Собственники уже готовы взяться за молоток и приколотить старые ящики сами. Вот на сегодняшний день у нас половина ящиков не вложены квитанции за месяц, который мы должны оплачивать по коммуналке. В итоге люди остались без платежек. Это означает то, чтобы эти платежки либо выбросили, либо, собственно говоря, их вообще не принесли. Поскольку я вчера сама ходила на почту, мне сказали, что в такие ящики они класть не собираются никакие платежки. Ремонт, который так долго просили жильцы, сделан недобросовестно. Огрехи свежей косметики видны невооруженным глазом. Побелка уже отваливается, дверь покрашена частями. Ремонт похабно сделанный. Здесь вообще было вот так слой и грязь, и вот это известие. Все они отшкребали, вот это шкребли, они ничего не убирали. Здесь так и валялось, все люди таскали к себе квартиры. Вот эту грязь. В управляющей компании нам пояснили, ремонт еще не принят, поскольку не завершен. Вот повесят ящики, тогда и проверят, как отработал подрядчик. Ремонтные работы пока еще не принимались. После того, как будут установлены ящики, мы с директором будем выезжать на дом, смотреть. И в случае, если будут обнаружены какие-то, скажем, ну, помарки, недоделки, все это будет у нас доделано. Ящиков ждать осталось всего ничего. Страдать жильцам пришлось из-за бухгалтерской ошибки. При покупке почтовых боксов были неверно указаны реквизиты счета. Вот процесс и затянулся. Получать корреспонденцию в новые ящики жильцы смогут уже вот-вот. Управляющие компании нам пообещали смонтировать их в пятницу, 16 июня. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.